Light M20X. Ну, кронштейн может быть и подвижен даже, если, но тем не менее, во-первых, он если будет подвижен, то мы сейчас пятерку стреляли 5 выстрелов подряд, вот, а во-вторых, как бы не нужно искать ничего, то есть просто то есть, пристроил его и все, как бы, и фонарик висит фактически намертво, то есть снять его отсюда. И установить против просто, да, обычные фонари в основном, если убирать гладкие ружья именно, ведут вместо гайки. То есть искать размер гайки, подбирать фонарь, это, скорее всего, будет ФО2, который ни хера не светит, как бы, но однозначно вот это вот лучше.